Здравствуйте, меня зовут Надя Васина, я мастер спорта международного класса по художественной гимнастике. И сегодня я вам расскажу, что нужно для того, чтобы сесть на шпагат. Мы выпрямляем ножки вперед, ставим ровно спинку, натягиваем, берем носочки на себя и делаем наклоны вперед. Делаем простые наклоны вперед с ровной спинкой, так, чтобы грудная клетка касалась ножек. И делаем таких наклонов раз 8. Благодаря этому растягивается задняя поверхность мышц, что очень хорошо. Ахилл, икры и бедро. Следующее упражнение будет такого характера. Мы садимся так называемый поперечный. Разводим ножки максимально широко, кто как может. Стопочки берем на себя. Ставим ручки в сторону. И наклоняемся в правую сторону максимально низко, так, чтобы опять-таки корпус и ножка были вместе. Посидели. Поднялись, наклонились влево, посидели, потянули. Мы делаем это. Хорошо. Следующее упражнение будет простенькое. Мы ложимся на спинку. Другое очень хорошее упражнение. И поднимаем правую ножку вверх. Вот. Мы сгибаем левую ножку. У нас плечики и бедрышки находятся в ровном положении, в прямоугольничке. И берем пяточку на себя и делаем батманы. Батманы делаем небольшие, но очень сильно тянет эта поверхность мышц. И делаем вот таких вот 8 батманов. Вот, мы сделали батманы одной ножкой. Теперь поднимаем левую ножку, берем пяточку на себя и делаем такие же батманы в голове левой ножкой. Сделали 8 батманов, опустили, отдохнули. После этого вы можете попробовать сесть на шпагат. Ваши мышцы размяты, готовы, вы сделали базовые элементы, которые помогают вам приблизиться к нужному нам шпагату. Мы ставим правую ножку вперед, опускаем ручки на пол и, собственно, разъезжаемся на шпагате. Все, опять-таки, зависимо от подготовки, сядут на разный уровень от пола. Кто-то может так сидеть, кто-то опустится ниже, кто-то совершенно прекрасно сядет на шпагат. Вот, я вам желаю удачи. Я думаю, все достигнут тех или иных нужных шпагатов.